Беларусь. В объективе французских фотографов в нашу страну с Елисейских полей прибыли 6 мастеров кадра. Они совершат тур по историческим местам. Фотохудожники уже посетили Витебск, сейчас находятся в Минске. Следующая остановка — Могилев, а также другие областные центры. Не ожидал, что здесь можно будет сделать так много интересных снимков. Красивая природа хорошо ложится в кадр. Немного удалось посмотреть в Минске, но уже убедился, что это современный город. Пока самое сильное впечатление оставили ваши маленькие деревушки – болото на территории Березинского заповедника. По итогам этого тура в белорусском посольстве во Франции откроется специальная фотовыставка. Вернисаж ожидается и в Минске. Снимки также попадут в каталоги и выставочные альбомы.